Да. Не для гаданий, это как спокон веков, традиция такая на Руси была и вообще, наверное, везде, что угадают в этот период и самые мощные гадания. Так что, Да. интересно. Давайте задаем вопросы. Так, Зарема 31 марта родилась, 25 лет получается, да, есть ли с человеком свадьба? Не поняла. Я не А поняла с тоже. каким человеком? Да, я тоже не поняла, что за вопрос. Давай Так, это. Стоп. 09.12.1984 год. Оксана, что меня ждет в этом году? Вот, Оксаночка хочет спросить. Очень хороший новогодний вопрос. Ну, к сожалению, Оксаны будет недопонимание в личной жизни, в отношениях, как будто будет опустошенность какая-то. Но тут же появится какой-то новый ухажер, то есть выбор у нее будет. Но отношения, которые сейчас у нее, как будто вот начнутся какие-то, ну, как черная полоса, но она временная. Она временная, эта черная полоса. И ждет ее новое знакомство с мужчиной. Так, Сейран – это имя мужчины, наверное. Личная жизнь, отношения в ближайшее время. 05.01.1990 года. Сейран. Ну, я там вижу также печальную карту в отношениях, как будто бы вот что-то ждет человек от отношений, но идет пустота, и эта пустота пока будет длиться, и будут слезки, переживания там в жизни идут. Добрый вечер. Дочь выйдет замуж в 22-м году. Олеся 24 года. Олеся 24 года. Сейчас проверим. Олеся 24 года выйдет ли в этом году замуж? Ну, да. Что задумали, то сбудется. Счастливая, удачная карта девушки падает. Погуляем. Так, Лилия, 39 лет. Мое здоровье. Благодарю. Лилия, 39. Да, со здоровьем. Проблемы есть со здоровьем. Ударяться очень будет. Что-то связано с ногами и в грудной клетке. Есть проблемы. Нужно обратиться не просто к гадалкам, а нужно обратиться к врачу, обследование сделать. Обязательно. Так, 12.02.1989 года. Алена, будет ли второй ребеночек? Алена спрашивает. Ой. Есть проблемы по здоровью, но беременность вижу. Чуть-чуть попозже будет беременность. Есть проблемы по здоровью, будет мальчик. Елена, 40 лет. Что ждет в личной жизни, Елена? Елена, 40 лет, личная жизнь. Елена, 40 лет, личная жизнь. Черная полоса скоро закончится. Будет мужчина, ухаживание очень даже так все прекрасно здесь падает. Просто сейчас такой тяжелый период, все пройдет. Так, Елена, все будет, все нормально. Так, Инесса, в ближайшее время выйду ли я на работу? 58 лет. Инесса, это вас зовут Инесса или вы спрашиваете Инессу? Давайте посмотрим на работу. Карта препятствий по работе падает, карта препятствий, но работать будет, будет у нее руководящее лицо, женщина. Работа будет. Хорошо. Ольга, 36 лет, личная жизнь. Просто что личная жизнь? Просто что в личной жизни или как вообще? Ну, Наверное, что же? задают очень часто такой вопрос, просто дату рождения и личная жизнь. Ольга, сколько? 36, да? А, 36, Ольга. Личная жизнь. Очень есть личная жизнь. То есть я вижу мужчину в личной жизни, но он придает много печали, как будто он то ее, то не ее. Вот здесь вот такой спорный вопрос. Лучше рекомендую сделать полный расклад, чтобы посмотреть. Есть мужчина, есть, но он придает много печали. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Так, Елена, 33 года. Будет Так, переезд в зависит. Германию. Зависла? Слышишь, А, все нормально? нормально. Так, Нормально? Елена, Елена, 33 все года. будет. Будет ли переезд в Германию? Да, и когда?
Скорее всего, это будет в конце этого года, в конце, или даже вот, может быть, где-то ближе к сентябрю, августу, вот так, но не сейчас, потому что есть препятствия. Есть препятствия. У девушки сейчас начнется то, вот что она загадывает, несовпадение, понимаешь? То есть будут проблемы какие-то, и проблемы будут именно в финансовом вопросе, потому что какие-то планы у нее, какие-то действия, какая-то крупная покупка. То есть здесь многое можно рассказать. Ну, понятно. Так, 25.11.1999 год, Юлия, что ждет в личной жизни в ближайшее время? Угу, что ждет в личной жизни в ближайшее время? Приятное свидание падает. Ай! Вот смотри, у Юлечки будет мужчина, но единственный минус мужчине это будет то, что или он по натуре жадный такой человек, или который, знаешь, есть такие типажи мужчин, которые вот контроль у них, ну, денежный контроль, то есть денежку по выдаче. И тут то же самое, то есть мешать будет именно то, что жадность какая-то мужчина попросит. Юлия, мужчин... не надо его, жадных мужчин не надо. Вот, то есть контроль именно в вопросе финансовом будет, а так мужчина будет. А ты помнишь, мы вот когда последний раз с тобой крайне гадали, мне ты когда сказала, то, что будут съемки ждут, я еще про себя подумала, думаю, какие съемки вообще? Ну, вообще, да. В принципе, какие, откуда съемки, у меня не должно было быть. И у меня, получается, буквально через месяц меня приглашают на Дом-2 на съемки, вот квартиры, вот этот вот конкурс. Да, и после этого приглашают на ТНТ, на Золушку перезагрузку тоже в январе месяце. О, видишь, как круто, моя дорогая. Да, вот так вот. Открыла, да? Угу, да-да-да. Как буду в Москве, обязательно приду к тебе. Будь любезна уж. Тум. Вот, так, Марина, 16.06.1982 года, учеба, продвижение по службе. Будет ли? Карьерный рост будет хороший. Карьерный рост хороший, но через препятствия. Препятствовать будет мужчина. Возможно, педагог, который там, ну, который вот будет это продвижение ей помогать, но он что-то будет препятствовать, но через тяжелые такие ступеньки она пройдет. Хорошая умница, карта падает. Умница. Так, Наталья, 31 год, рожу еще ребеночка, спрашивает Наталья. Наталья, 31 год. Сейчас проверим. Человек очень этого ждет, очень сильно этого ждет, но есть препятствия. Будут финансовые затруднения именно в беременности, будут какие-то сложности, будут препятствия, но беременность я вижу, беременность вижу. Пускай отпустит саму мысль о беременности, и беременность к ней придет, но у нее финансовые растраты будут. Финансовые растраты будут по беременности. Может, лечение какое-то, ну, что-то с этим связано будет. Это как в отношениях, когда хочешь отношений, их никогда нету, когда отпускаешь и говоришь, нафиг они не нужны, вечно липнут все. Понимаешь, люди, они еще бывают энергетично, когда слабая энергетика у человека, да, биополе пустое, и оно, и этот человек думает о плохом, он как магнит притягивает к себе плохое, даже есть самосглаз, то есть когда человек сам себя там сглазить может, если вот вдруг у меня там все хорошо, как по маслу идет, я об этом каждый день думаю, там хвалюсь, да, и все, и моментально черная полоса легко может настать, то есть лучше не притягивать вот эти вот мысли. Дает что-то, боженька, спасибо Господу. То есть, что хочешь, больше молись, там, и все получится, понимаешь? Да. Так, Гульмира, 26.12.1993 года, личная жизнь, ближайшее время, скажите, пожалуйста. Так, личная жизнь. Ну, Гульмира страдает по какому-то мужчине, но он, скорее всего, женатый мужчина, или не ее мужчина, или только разведенный мужчина. Страдающая любовь, болезненная любовь с препятствием в мужчине. Пока я вижу карту печальки между ними. Печалька, Гульмира. Ничего, Гульмира, ничего страшного. Так, Анастасия, 29 лет, что меня ждет в будущем? Она прям хочет в будущее. Если Анастасия дама замужняя, то, к сожалению, будет развод с мужчиной, который с ней рядом. Если дама свободная в отношениях, тоже ждет разочарование. Ей падает карта разочарования в отношениях. Что-то она узнает, какой-то обман за спиной со стороны мужчины. Кошмар. Так,
Ольга, да, Ольга, 06.04.1994 года. Мечтаю о дочери. Будет ли дочка, видимо, спрашивает. Проверим. Да, будет дочка. Будет дочка. Будет. Так. Сижу рядом, значит, будет. Ну вот вы задаете вопрос, вот Зарема, да, вот Зарема 31, мне марта 25 будет ли с ним свадьба? Что это за набор слов вот вообще? Вот что это? Я даже, как этот вопрос мне распознать? И не прочитать, мне, у меня не получается передвинуть. Я тоже не понимаю, я бы с удовольствием прочитала, задала бы вопрос, я просто не понимаю просто набор слов этих. Так, Елена, 16.03.1981, личная жизнь. И все. Личная жизнь, скорее всего, вот с мужчиной. Падает ей мужчина. Личная жизнь. Ну, в личной жизни я вижу отношения. Будут отношения. Ну, там, знаешь, как карта депрессии будет. Вот в скором времени вообще прям нахлынет карта депрессии. Человек будет такой... То есть нужно, вот даю совет, да? Карты дают совет. Лучше выходить из этой депрессии никуда даже, не обращаться ничего самостоятельно. Выйти из этой депрессии самостоятельно она сможет. Просто будет под каким-то влиянием. Но это все из-за отношений. Человек, уставший от отношений, как будто она их тянет. Понимаешь? Ничего себе. Вот молодой человек так. Атар. 09.09.1999. О, ничего себе. Ребят. Да. Угу. Каким будет этот год для меня? Так. 09.09.1999. Обалдеть. Каким год будет? Во-первых, будешь ставить себе очень много целей, но через эти цели не будет действий. То есть много задумывано, но нету стремления. Понимаешь? То есть нужно идти к своей цели, финансовый карьерный рост высокий. То есть можно достичь чего-то, если не лениться. Вот. Также будет проблема с каким-то парнем. Очень сильно переживать будет о каком-то парне, у парня будет какая-то болезнь. Болезнь такая, к сожалению, как серьезная падает, потому что этот парень придаст ему очень больших переживаний. Может быть, родственный парень, потому что, мне кажется, только за родственного можно будет так переживать. Угу. Как сложится жизнь после переезда в Москву? Стоит ли переезжать? 24.02.1987 год, Ирина. Угу. Удачный переезд, пускай переезжает смело. Прям удача будет от переезда. Ирина, давайте, welcome Moscow! Так, Алина, 1989 год, будет ли квартира в этом году? В этом году. Задуманное будет очень сложно. То, что задумала, оно будет очень сложно для того, чтобы оно исполнилось. То есть будут проблемы. Во-первых, с каким-то переездом будут сложные проблемы. И во-вторых, будет какой-то обман. Обман от мужчины. Мужчина будет или в погонах, то есть серьезный какой-то мужчина, или какой-то, знаешь, как доктор какой-то. То есть что-то вот от мужчины будет какой-то обман. То есть или по здоровью у нее будут серьезные проблемы. То, что у нее вот что-то вот с покупкой чуть-чуть отодвинется. То есть проблемка будет. Угу. Сабина, 1989 года рождения, что меня ждет в этом году? Карта прибыли падает, финансовой прибыли и в семейная прибыль, возможно, беременность. Денежка, о, еще и беременность, прибыль и... Да, и финансовый... Так, нет. Так, Елена, 16.03.1981 года. Что ждет в личной жизни в этом году у Елены? Личная жизнь. Ну, здесь будет треугольник в отношениях. Узнает что-то она. Или сама попадет даже в этот треугольник. То есть прям треугольная карта... влюбленности треугольник падает. То есть это означение того, что вот будут и слезки у нее, будут какое-то разбирательство. Но почему-то разбирательство я вижу с женщиной. То есть
Я не знаю, может, у нее соперница какая-то будет в отношениях. То есть будет переживать она что-то очень сильно. Ничего себе. Тревожная карта в отношениях. Алида или Алида, не знаю уж, как правильно. Имя 17.06.1987 года. Что ждет в этом году? Так. Ну, тут будет, тут в отношениях будет лезать какая-то женщина. Слезы будут, разбирательство какое-то будет у нее. Также я вижу болезненную карту какого-то ребенка. Болезненную карту ребенка будет в этом году. Ну, там не сильно прям, что нужно уже паниковать по поводу здоровья ребенка, но переживания будут и походы по врачам будут. Вот, наконец-то, Зарема написала, которую мы не могли распознать и расчитать. Вот, Зарема, 31 год мне, Марат, 25 лет ему. Будет ли свадьба с этим человеком? Зарема с Маратом, ей 31, ему 25. Тут есть препятствия, во-первых. Тут есть препятствия. Зареме самой надо разобраться в себе, потому что я вижу еще как будто какого-то мужчину. То есть у нее путаница идет. Путаница у Заремы. То есть ей нужно разобраться в себе. И во-вторых, я вижу то, что как будто вот или это семья враждует, или что, ну что-то вот связано с семьей, понимаешь? Что-то вот враги как будто, женщина как будто, вот что-то не хотят как будто, понимаешь? То есть... Там только, только хотела сказать, скорее всего, мама Марата вообще не в восторге будет, да? Ну, наверное, мама Марата в большей степени. Так. Так, Елена, вот Лена, 28.10.1982 год. Перееду жить к мужчине и когда? Елена уже к мужчине, куда-то чемоданчики собрали свои, а? Да, переезд, будет переезд. Еленочка, отпусти мысль. Я вижу, что очень сильно об этом думает, очень прям думает каждый чуть ли не день об этом. И у нее идет сомнение в мужчине. Откидываем сомнения и ставим цель только на лучшее, думаем о хорошем. И тогда это получится, понимаешь? То есть тогда это получится. Вообще я вижу перемену жизни в хорошую сторону, взаимную любовь, я это все вижу. Будет. Так. Так, Юлия, 25.11.1999 года. Что ждет в личной жизни в этом году? Угу. Проверим. Тут такая карта падает, что как будто человек переживает из-за мужчины в отношениях. Переживания придадут ей отношения. Переживания, возможно, мужчина может быть или женат, или с прошлым с каким-то. То есть что-то она будет переживать по поводу мужчины, с кем заведет отношения. А может, они уже есть. Но, а во-вторых, я вижу там еще и второго мужчину. То есть какая-то путаница у нее будет. Что ж вы, девки, в мужиках-то запутались-то совсем? Так, Гульмира, 26.12.1993. Так, отношения, личная жизнь, ближайшее время. Что будет в отношениях, да, человек спросил? Нет, вообще личная жизнь в ближайшее время. Отношения, личная жизнь. Черная полоса идет. Тут однозначно черная полоса идет. Тут человек загружен чем-то. Тут есть неприятности. Но все это пройдет, хочу обрадовать. То, что это все пройдет, десятка пик, слезы убирает. То есть все пройдет. Поплачете, поплачете и перестанете, что ли? Да. А, привет. Здравствуйте. Так, так, так. Яна, да, 26.08.1989 года, будет ли в этом году у меня ребенок? Ну, пока беременности я не вижу. Пока, Яна, беременности я не вижу, может быть, через какой-то период я вижу, что как будто есть уже ребенок, даже не один.
Но беременности пока я не вижу. Может, как-то в дальнейшем, то есть посмотреть на будущее можно будет. Вот Таисия, 23.01.1986 год, и Павел, 03.11.1986 год, отношения. Спрашивает, что про отношения можешь сказать. Идет. Ну, тут запутанные, на самом деле, отношения. Тут есть недоверие к мужчине. У девушки идет недоверие к мужчине здесь. И здесь есть соперничество. Карта соперничества падает. То есть будут им очень большие препятствия между них. Будет очень сложно им. Характеры еще разные у людей. Понимаешь? Угу. Здравствуйте, Диляра. 24 года и сервер. Да, сервер, да, правильно. 29 лет, помиримся, спрашивает. Накосячила, теперь мириться? Очень сильно человек оттолкнулся, и там еще кто-то, вот кто-то мешает. Пока карта разводная, препятствие, разводная карта, и есть какая-то дама-злодейка. Лучше сделать полный расклад. У меня сейчас полный расклад всего лишь 600 рублей вместо 1500. То есть у кого есть желание... 600? На полный расклад. На полный расклад, который происходит через видео в WhatsApp, всего лишь 600 рублей. Нормуль, нормуль, нормуль. Только если... Человек... Я смотри, я ссылку на тебя оставлю обязательно. Угу. И, ребят, пожалуйста, не надо мне в директ потом, ладно, писать, написывать. Потому что директ вообще у меня просто он взрывается. Анна, 29-е, наступит ли беременность и когда? Угу. Сейчас посмотрим, в скором времени или долго. О, мелкий у меня уже забежал. Так, будет беременность, будет девочка. Будет беременность и в скором времени, хочу сказать. В ближайшем времени будет беременность. Так, есть? Марина, 24, забеременею в этом году. Марина, 24. Препятствия есть. Есть препятствие, нужно к врачу, и беременность будет к врачу. Нужно к врачу, есть какие-то проблемы по здоровью. Угу. Так. Угу. Ну что, дорогая, у нас там еще минуты три, наверное. Так, да? Рауф. Давай, да. Так, Рауф, 48 лет, насчет поездки. Поездка придаст пустоту. Переживать очень сильно будет, ударение получит, поездка не... Что он задумал? Так. Так, что еще? Так. Маргарита, 31 год. Так, что это такое? 19.12.1990 года. Что с финансами? У Маргариты что с финансами? Надеюсь, они не поют романсы. Ну, карта печали падает. Карта печальки падает. Пока будет все туго. Все туго, мои дорогие. Я вот хотела дать совет. Можно, да? Как раз, ну, новогодние же вот это вот праздники идут. Люди бывают... Да, конечно, нужно, нужно. Конечно, когда... конечно. Да, когда идет у человека черная полоса, она длится долго, да? Что делать? Ну, то есть для христиан, да? Кто работает в церкви, ну, вернее, ходит в церковь. Значит, для христиан, когда затягивается черная полоса или есть болячки, проблемы по здоровью, значит, мы идем в один день в три церкви, в разные церкви, заказываем себе о здравии с 40 уст. То есть в три церкви, в разные, в один день обязательно они должны быть, заказываем себе 40 уст о здравии. После, когда выходя с церкви, с последней, с третьей, берем святую воду. Берем святую воду так, чтобы каждое утро, три дня после церкви умываться. И как рукой снимет всю черную полосу. Ой, благодарю, Инесочка, вообще. Я думаю, это прям вот, ну, дельный совет для всех-всех-всех. Обязательно. Так что вот так вот, мои дорогие. Спасибо, а кому интересно, подписываются, пишут в директ или в WhatsApp, у кого есть. И будет расклад для моих подписчиков, да. Будет расклад всего лишь 600 ссылку рублей. Ссылку на Инессу, да.
смотрите, ссылку на Инессу я, естественно, оставлю вам. И что? Ну, запомнили? Три церкви. В последней церкви берем святую воду, три дня умываемся этой водой. Вот. Да, в каждой церкви заказываем себе 40 уст оздрайв. Ой, вот это самое главное забыла. Да. Зачем? Мощно, когда в трех церквях будут молиться о этом человеке, у кого проблемы со здоровьем, или же так какие-то, ну, то есть проблемы идут личные, то, пожалуйста, это как рукой снимет, поверьте. Mm-hmm. Спасибо, Инесс. Все, мои дорогие, все, всем пока, всех с наступающим. Также с прошедшим уже наступающим Новым годом. Всем любви и счастья. Mm-hmm. Все, пока. Пока. Слушайте, видите, какой дельный совет она дала? Ну, здорово, здорово, что я могу сказать. Вот, вас люблю, целую. Я вижу то, что вам нравится, и вы довольны, то, что с вами общаются одаренные люди и дают такие дельные советы. Так что, если что, еще раз пообщаемся и с Инессой, и с остальными. Благодарю вас. Ну, ребят, не расстраивайтесь. Если кто не успел задать вопрос, можете написать Инессе в директ. Вот, подпишитесь на нее, я оставлю ссылку, а вообще можете дождаться следующего прямого эфира, и думаю, тогда на ваши вопросы ответит. Все, люблю, целую, всем хорошего вечера. Ля-ля-ля.